Вот, друзья, пришла ради вот этих грибочков. Вот это сосонник, старый сосонник, видите? Вот старый сосонник. Это очень высокий сосонник, на высоком месте растет. Но я пришла посмотреть вот эти грибочки. Если они есть здесь, значит, можно идти в большой лес. Там тем более должны быть. Но я смотрю, вот там вот даже корни уже кто-то брал, значит, они здесь были раньше. Ну, я знаю женщину, которая сюда ходит. Вот, значит, вот эти грибочки, раз появились здесь, значит, можно идти в большой лес. Ну, это вы знаете, конечно, это лисички. Ну, вот мне оставили только две штучки, но я рада. Я узнала, что они уже есть. Можно идти в большой лес. Он просто у меня далеко. Поэтому... А этот ближе. На разведку можно сюда ходить. Вот так. Это обыкновенная лисичка обыкновенная. Вкусный съедобный гриб. Вот, друзья, по одному, по два, по три. И вы видите, и наберется у меня на суп. Да. И вот там я уже тоже немножко набрала. Видите? И тут вот они есть. То есть можно идти в большой лес, потому что это я все вот здесь же, вот в хвойнике, который от нас недалеко. Это старый хвойник, здесь карьер, строительный песок берут. То есть это действительно высокое место. И если здесь есть, то в большом лесу должны быть точно, потому что там намного ниже. Но я рада. Я на суп, то 100% наберу. Красота! Продолжаю. Дома обрежу, конечно, это все. У меня ножик есть, но это же можно брать и так. Вот, красотулечки такие. Вот. Дома обрежу. Потому что обрезать здесь, ну, жарко, жарко. Сегодня 26 обещают. Уже, ну, в лесу не очень-то прохладненько пока, но жара будет подниматься. Вот там тоже бугорочки, скорее всего, да. Вот. Так что беру, продолжаю брать. Красота. Друзья, а вот здесь я ходила. И посмотрите, вот, ну, куда-то вот в сторону посмотрела и пропустила вот такое вот богатство. Видите? Вот там я брала, а здесь я прошла мимо, потому что увидела те. И вот, пожалуйста, видите как? То есть надо осматриваться. И вот тут, наверное, я немножко наступила. Надо осматриваться всегда. Так что осматривайте место, где нашли грибочки. Вот. И вот там. И вон выглядывает. Ну, короче, сейчас я это все тут скрупулезно посмотрю. Беру. Вот какая колония. Видите, семейка грибочков на сосне. Сосна высохла. Вот стоит совершенно сухая. И вот этот криночковидный, видите, вырос. Как ежик. Он живой, видите? Живой ежик. Вот. Красиво. Симпатичный грибочек. А вот какой-то клевали, выклевывали этих жучков-короедов, скорее всего. Да. Ну вот. Это чисто сосновый лес. А там вот дальше где-то внизу вода, поэтому кусты понарастали. Ну, а это вообще вот чистый сосонник. Вот, друзья, мухомор серно-желтый. Ой, краснеющий его еще называют. Сейчас покажу. Вот. Он, когда повреждаешь, он начинает краснеть. Видите? Вот. Это абсолютно серо-розовый. Вот. Серо-розовый. Серно-желтый — это о другом грибе. Мухомор серо-розовый.
абсолютно съедобный гриб. Абсолютно. Вот. Просто я его не ем. Не ем. Ну вот. Бывает же, что одни грибы любишь, другие нет. По вкусу он довольно-таки хороший. Ну, люди говорят, я сама не пробовала. Вот это съедобный мухомор. Серо-розовый, молоденький еще, хорошенький. Так что можно брать. Пластинки совершенно белые. Ну, в данный момент совершенно белые. Ну, а верхушек шляпка вот такая. Вот камера передает хорошо цвет. Ну, это вот такой вот лес смешанный. Вот тут березовая полоса, вот там дальше сосенки. Ну, вот в таком лесу. Ну, я его и в хвойнике встречала. Но чаще он вот в таком вот смешанном лесу растет. Да. Вот я уже сколько землянички насобирала. Видите, красавицы. Ну, это, скорее всего, не земляника, а лесная клубника, потому что очень круглая и кругленькая, очень крупная и кругленькая по форме. Но все равно вкусно. Посмотрите, какая красота. Целая лужайка колокольчиков. Красиво, правда? Вот, красивые цветочки.